Память о прошлом порой оживает. Ее воссоздают в зримом виде любители истории, которые реконструируют события давних лет. Одновременно выступают и исполнителями, и собирателями артефактов. В поселке Литвиново на полигоне, где занимается страйкболом команда 13-я сборная бригада, пошли еще дальше. Страйкболисты сняли фильм по своей реконструкции. Лично мы здесь тренируем щелковскую молодежь на базе страйкбола. Мы сами построили этот полигон. Дети вкладывают. Но мы перешли еще барьер. Мы начали заниматься реконструкцией. Мы проводим совместно с Донской пулеметной бригадой, это реконструкторы, проводим уроки истории. Момент истории берется и показываем, собираем детей и показываем. То есть потом они пишут сочинение на эту тему. Что интересно, название страйкбольной команды, занимающейся на полигоне в Литвиново, 13-я сборная бригада, тоже взята из далекого прошлого. Так именовалась десантная бригада, которая в 1941-м базировалась здесь неподалеку, в одной из школ. Теме Великой Отечественной войны посвящена и разыгранная реконструкторами инсценировка. В ней идет речь о реальных поисковых походах, в которые отправлялись вместе со взрослыми наставниками ребята-юноармейцы. Они на месте былых боев доставали из земли элементы солдатского снаряжения, а порой выкапывали даже оружие. Вокруг вот такого автомата и разыгрывается действие фильма. В сцене, где удается найти легендарный ППШ, участвует и актриса Щелковского драматического театра Светлана Немчук. Ой, тяжелый. Я помню. Я малая была, когда они, красноармейцы-то, пришли, нас от немца освободили. Я помню. Я всю жизнь сюда хожу. Мы придумали все вместе. Сидели и решили, каждый что-то добавил. Я говорю, ребята, давайте создадим реконструкцию, как воевали. Я сам готовлю, я хочу на фронте быть не офицером реконструкции, я буду сержантом, я буду готовить для солдат. Реконструкторам помогли меценаты. Один из них, щелковский предприниматель и депутат Григор Агикян, обеспечил финансовую поддержку мероприятия. Инсценировку предложил показать в усадьбе Гребнева ее владелец Андрей Ковалев. Это наша история. Поэтому то, что вы сейчас видите, это маленькая репетиция перед большим масштабным событием в усадьбе Гребнева. Там будут десятки тысяч людей смотреть на то, что сейчас происходит. И что еще важно, создатели реконструкции снятого фильма пригласили на свою киноплощадку самых уважаемых зрителей – ветеранов Великой Отечественной войны. Реконструкторы постарались показать по-настоящему воевавшим людям события далеких грозовых лет. Инсценировку боя, перестрелку, гибель товарищей и радость, пусть от небольшой, но очень дорогой победы. И тем, кто участвовал в этом волнующем мероприятии, одновременно важны были слова, сказанные ветеранами о самом главном, что нужно помнить всем. О том думаю, чтобы не было войны больше, чтобы страна наша не знала такого горя, какое было в 1941-1945 году. Андрей Цеходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.